Если марафонская дистанция 42 километра, то детская не больше 4 метров. Впрочем, эти спортсмены назвать ее пустяшной не могут, потому как пока не говорят и не бегают. Преодолевали дистанцию малыши на четвереньках, все кроме 8-месячного Ярика. Как настоящий десантник, свои 4 метра он прополз по-пластунски. А он только по-пластунски любит ползать. Причем в таких местах под диваном, под столом, под стулом, там, где его не видно. Отсюда, собственно говоря, и появилась идея нарядить его в десантник, потому что его такая особенность, он именно чаще всего ползает по-пластунски. Выделиться из толпы на соревнованиях пожелали не только родители Ярика. Креативили и в выборе командного костюма, и в приманках для собственных малышей. Одни ставки делали в основном на запрещенные предметы – ключи, мобильные телефоны и кошельки. Другие старались привлечь внимание чада яркими игрушками. Ограничений не ставилось. У одной из участниц даже был вопрос, можно ли принести домашнее животное. В итоге выяснилось, что это черепаха. То есть любимая игрушка ребенка, в данном случае черепаха. Ограничений мы не ставили. Впрочем, на дорожке черепашка так и не появилась, как и некоторые участники. Планировалось, что на старт в этот день выйдут больше 50 малышей. По факту же участников набралось около 40. От 6 месяцев до 2 лет. Кстати, по скорости малыши буквально обскакали своих старших товарищей. Так, самой быстрой участнице, проползшей дистанцию за 10 секунд, нет еще и года. Юлия Мишурнова, Михаил Величкин, программа «Город».